Ваши аплодисменты. Олег Нижегородцев, это его тема. 8 принципов здоровья, о которых он сегодня поговорит. Давайте качественно поаплодируем, потому что фантастический опыт и труд. Спасибо. В моем докладе он будет об очищении организма или о детоксикационно-метаболической терапии. Почему я ставлю на первое место? Потому как уже было сказано, я работал в отделении реанимации, токсикологии искусственной почки. Мы очень много занимались там диализами, сорбциями, всевозможными, так сказать, фармакологическими практиками именно детоксикационных методик всевозможных. И крови, и через кишечник диализ, и так далее, и так далее. Вот. И в то время было большое количество, когда я начинал там работать, большое было количество людей с токсическими нагрузками производственными. В то время был бум наркомании, суррогатного алкоголизма, если вы помните, да, тогда большое количество таких людей было с повреждениями. И в том числе у нас в отделении было большое количество людей, ну, с обычными заболеваниями, такие как бронхиальная астма. Ну, в основном это астматики, которых мы тоже проводили через диализы, через сорбции, ну, естественно, заболевания почек. И я видел очень быстрые эффекты. Единственный момент, что я понимал, что для каждого обычного человека такие методы, ну, слишком экстремальные, да, и нужно было бы найти что-то такое, чтобы можно было делать, ну, скажем так, в домашних условиях. И такой переход, я просто с него решил начать. И дело в том, что этот 8 пунктов, кстати, может быть, можно было их вынести на доску, но я сейчас буду просто их проговаривать. Первый из пунктов моей программы, 8 пунктов составления программы здоровья, это очищение организма или детоксикационно-метаболическая терапия. Как я еще к ней пришел? То есть первый такой глобальный шаг – это работа в специализированном отделении. Второй глобальный шаг – после того, как я послужил в армии и там столкнулся с вирусным гепатитом, гепатитом Б в тяжелой форме, вот, после уже работая в отделении реанимации, будучи студентом, мне становилось все хуже и хуже, я начал искать альтернативные методы оздоровления. То есть я сказал, я видел интенсивные методы, которые лично мне, в общем-то, не в полной мере не подходили, и нужны были альтернативные. Поэтому я успел увлечься такими вещами сначала, как вегетарианство, вот, но все понял, все принял, все понравилось. Единственное, что для 92-го года не понравилось в конце, пример завтрака. Возьмите 2 бразильских ореха, чередить ананаса и так далее. Все такие остальные вот примеры завтраков и ужинов. Я понял, что для 92-го года, в момент развала Союза, обнищания народных масс, в общем-то, это было нереально, да, постсоветский супермаркет, так сказать, да, он не давал такие продукты. Вот. Было траволечение, была гомеопатия, это все было в течение ряда лет, было изучение питания по инь-янь и так далее, то есть восточные практики. То есть я понял, что очень большой срез лежит в программах здоровья, именно в программах очищения, так называемого очищения организма. Да? И на сегодняшний день я приемлю 2 концепции. Первая концепция – это ежедневное очищение питания организма. То есть что мы каждый день делаем для этого? Ежедневное очищение питания. И вторая концепция – 2 раза в год – это такая глобальная программа очистки организма, которая по канонам очистки организма, она идет в следующем направлении. Это начинаем с главных органов выделения. Это кишечник, печень, почки, лимфодренаж, венозное русло, артериальное русло. Ну, последние это легкие. Именно вот, скажем так, некоторые отдельно тибетская, говорят, медицина, отдельно китайская, это, в общем-то, можно сказать, что огромная, с одной стороны, разница, но в большой степени по принципам определенно объединяется. По этой концепции именно в таком направлении должна идти система очищения организма. И когда я пришел в компанию НСП, это уже около 20 лет назад,
Мне попросили прочитать лекцию по очистке организма. Я, в общем-то, читал эти лекции других, до этого, сотрудничая с другой продукцией, с других компаниях, концепцию доносил. И видел результаты по очищению организма с другой продукцией, еще до NSP. Вот. Ну, мне было, в общем-то, достаточно просто и понятно. Я углубился в справочник и на, повторюсь, методику, которая уже более 3000 лет, наложил продукцию компании NSP. Постепенно продукты компании добавлялись, постепенно добавлялись новые знания. Ну, естественно, немножко увеличилась и сама книга. Кстати, книга по очистке организма, выпуск номер 12, выпуск для врачей у компании. Здесь говорилось под редакцией РУДН кафедры профилактической медицины, то есть изначально у нас были споры, что там оставлять, что не оставлять, что привнести. Ну вот в том виде, каком она, мы, так сказать, пришли к консенсусу, в том виде она продается компании, и ее можно приобретать на в офисах и складах компании NSP. Идем дальше. По очистке организма еще хотелось бы сказать два слова. Дело в том, что в моей программе, когда я составляю программы для своих клиентов, для своих пациентов, для своих близких, нет ни одной программы, где бы я не начинал с программы очищения организма. И мало того, если многие люди начинают заниматься сразу проблемой, ну как к нам обращаются там? Голова болит. Что-нибудь от головы, да, там, или проблема, ну, бывает с кишечниками проблемы, и начинают сразу с реабилитации ЖКТ и так далее, но многие люди хотят ускорить результат. То есть там то ли зрение, то ли с суставами проблемы. И мне когда ждать, говорят, у меня кишечник работает нормально, мне не нужно заниматься кишечником там или еще что-то. Сталкиваетесь с таким вопросом, да? Вот, ваша задача, ну я рекомендую вам настоять на том, чтобы методика не нарушалась. Это давайте представим так, что, ну здесь большинство женщин, давайте представим наиболее традиционное такое блюдо, я понимаю, это борщ, да? Вот, или там, давайте попробуем нарушить методику, допустим, мясо положить в конце на 15 минут. Ну, вряд ли, да? Получится качественный борщ или там даже безопасное блюдо, скажем так, да? Или какую-то технологию нарушим выпечки с тестом работы или еще что-то. То есть мы понимаем, что там есть определенная методика. И я хочу, чтобы вы точно так же для себя поняли, что есть определенная методика в программах составления здоровья. И я бы очень хотел, чтобы вы запомнили, что начинать нужно с программы очищения организма и в первую очередь с очищения кишечника. Даже если человек говорит, что у него в принципе с кишечником все хорошо. Или я проходил очистку там, своими методами, был на какой-то терапии, на колонотерапии на какой-то был, и так далее, и так далее. То есть я говорю, ну это все хорошо, но вы должны, я рекомендую вам почувствовать разницу. То есть я не столько настаиваю, чтобы человек обязательно прошел, ну вот в жестком варианте, я предлагаю, знаете, в современном мире у нас сейчас поколение выбирателей, да, попробовали такую методику, попробуйте такую. Вы хотите безопасно, комфортно? Хотите. Попробуйте. То есть любым способом я создаю ситуацию, чтобы человек начал с очистки кишечника. Иногда я понимаю, что человек вот уперся, то я ухожу в отдел, в программе очищения организма, у меня есть такой продукт, как TNT. Это коктейль Total Nutrition Today. Если уже совсем ни в какую человек упирается, вы можете попробовать поработать с ним хотя бы через коктейль TNT, Total Nutrition Today. Хотя это великолепный продукт, и может быть для сегодняшнего мира, когда людям не знаем, где качественно покушать, что качественно покушать, TNT это один из продуктов, который является и едой, и программой по очищению кишечника. Хорошо? Причем там очень хорошая, еще достаточно хорошая дозировочка витамина D. То есть на сегодняшний день тоже, я думаю, уже многим попадает эта информация, насколько важен витамин D во всех сферах жизни и жизнедеятельности. Вот это. Давайте я коротко перечислю продукты для очищения кишечника. Надо или нет? Да. Хорошо, значит, смотрите, первый продукт, с которым я начал работать в компании, и именно его я назвал «Путь к сердцу и кошельку клиента». Называется «Каскара Саграда». Дело в том, что я не был, понимаете, я, скажем так, имел уже достаточно хорошую клиентскую базу, как врач-акушер-гинеколог,
Ко мне приезжали люди с других районов города. Понятно, что если они приезжали с других районов города, не с моего участка территориального, то это уже предполагалась какая-то дополнительная оплата, правильно, да? То есть если человек откуда и там ездит издалека, то он предполагает, что он хочет персональную консультацию с персональной оплатой. То есть у меня уже была достаточно хорошая клиентская база, поэтому, знаете так, рисковать с новой продукцией, будут ли результаты или нет, но не хотелось. Но я решил попробовать с продуктом Каскара Саграда. То есть я попробовал, как раз было зимнее время, меньше овощей и фруктов питания, я предложил женщинам, как вы относитесь к программе очищения организма? Хотите ли попробовать 10 дней? И многие соглашались. То есть не в разряде лечения, не в разряде прямой акушерской гинекологической помощи, за которой приходили женщины, спрашивал за состояние кишечника и просто спрашивал, хотят ли они почистить кишечник. Такой простой вопрос. Скажите, вы можете задавать такой простой вопрос? То есть если уже зашел разговор о здоровье, не нужно рассказывать, как это важно, какие там есть каловые завалы и так далее, и так далее. Многие либо хотят, либо не хотят. Давайте еще запишем сегодня такую фразу, важную для нашего бизнеса и для нашей помощи, да, то есть, знаете как, пойдем причинять добро, да, и, ну, что-то такое, вот, какая-то такая фраза, наносить пользу, да, причинять добро, вот, то есть, чтобы у нас такой ситуации не было, поэтому предпочитаю выяснять, что человеку это действительно надо. Поэтому фраза следующая, мы ищем тех, кто ищет нас. Мы ищем тех, кто ищет нас. То есть, если человек ищет вопросы, как решить здоровье, естественно, не фармакологическими способами, да, потому что сегодня речь не о фармакологических способах, он ищет, то на такой простой вопрос, а хотела ли бы ты почистить кишечник, то часть людей даст положительный ответ. Вот именно с ними вам будет легко работать. И не нужно... Ну, может быть, у части людей будет дополнительный вопрос, но тут перейдем так. Значит, Каскара, второй продукт, Нечилакс. Они очень похожи. Нечилакс люблю за солодку, которая в ней присутствует, к сожалению. Ну ладно, за солодку, которая в ней присутствует. Хороший продукт. Следующий продукт, Fat Grabbers. Знаете, что по Fat Grabbers есть клинические исследования по снижению уровня холестерина? Ну, может быть, не знаете, но эту информацию можно найти на сайте компании, в литературе. Тоже очень хороший продукт, особенно тем, кому нужно корректировать вес, снижать холестерин. Следующий продукт, который очень люблю, Локла. Локла – это набор из нескольких, по-моему, 12 компонентов растительных, 4 из капусты, свекла, морковь и так далее. В общем, замечательный овсяный утро, пектин яблочный. Замечательный продукт, содержит пищевые индолы, что очень важно для профилактики рака толстого кишечника и других видов онкологии. Об этом мы тоже немножко завтра поговорим. И этот продукт содержит корицу, вот, и яблоко. Это такая душка, ну, вкус яблока слышен, запах яблока. Поэтому, если ваши клиенты не любят корицу, не предлагайте им локло, хорошо? То есть заранее обходить момент. Если человек любит корицу, значит он будет влюблен в этот продукт. Ну а если нейтрально, значит нейтрально. Если в этом Fat Grabbers или Локла. То есть если Каскара началась такие более жесткие продукты, Fat Grabbers и Локла более мягкие продукты, тут либо человек хочет в капсуле принимать продукт, в капсулах, либо он хочет коктейльчик с корицей. Вот и все. Ну и супер продукт для очистки кишечника, повторюсь, это TNT. Я очень вам рекомендую попробовать этот продукт, начать им пользоваться самим. Он действительно дает хороший взрыв энергии на лекциях, ну, где меньше зал. Я еще рассказываю, какие он дает плюсы, если вы не собираетесь спать и у вас романтический вечер. То есть замечательная альтернатива ужинам и так далее, придает прекрасную тоже энергию. Так что я очень рекомендую вам этот продукт. Если по кишечнику, то все. Следующее – это печень. Я назову, пожалуй, там главные продукты. Это Лифгард – базовый продукт. Лифгард – базовый продукт. Второй продукт по важности я бы назвал антиоксидант.
третий продукт называется молочный чертополох. Так, молочный чертополох. Четвертый продукт. Вот эти первые три продукта, они содержат молочный чертополох, milk thistle. И в фармакологии используется также это растение, и из него экстрагируется вещество силимарин, силибинин. Эти все компоненты, которые используются в фармакологии, присутствуют в этих продуктах. Мне нравится более высокая концентрация соответствующих активных веществ. И нравятся результаты вот, по этим действующим веществам. Так, следующий продукт, содержащий фосфолипиды. Тоже достаточно часто применяемый продукт как в фармакологии. Продукт называется лецитин. Лецитин. Нет. Можно выбрать 1-2. То есть 1-2 продукта. Точно так же, как по очистке кишечника, вы выбираете один продукт. Но редко, когда нужно два. Точно так же печень, выбираете 1-2 продукта. Кстати, в составе Левгарда есть такие вещества, как холиноназитол. Это тоже вещества, которые относятся к фосфолипидам. То есть они являются компонентами фосфолипидов. Следующий продукт это, или я бы сказал, группа продуктов, это любые антиоксиданты. Любые антиоксиданты. Если говорить в разрезе NSP, это продукты такие как Perfect Ice, Grapevine, витамин С, Замброза, сок Нони. Ну, есть еще часть продуктов, которые есть на украинском рынке, в частности, Мегахел, Нутрикаум тоже можно туда отнести. Ну, то есть, тех продуктов, которые я перечислил, вполне достаточно для того, чтобы назначать... Защитная формула еще, запишите, очень важный продукт, защитная формула. Я называл Грапайн, называл Грапайн. Еще напишите пептовид или свободные аминокислоты. Пептовид или свободные аминокислоты. Так, третья группа продуктов. Третья группа продуктов. Это, вернее, это уже третий пункт. Это почки. Базовый продукт Юрай или Уралакс. Они немножко по-разному называются. Там буквально в одном компоненте разница в составе. Это требования сертификации в разных странах. Уралакс или Юрак. Четвертый этап – это лимфоочищение, лимфатик-дренаж. Нет, это уже лимфоочищение, это уже после почек. Лимфатик-дренаж. Базовый продукт. Есть еще варианты с красным клевером, с солодкой проводить очищение, но тоже более сложная технология. На сегодняшний день есть специальный продукт, пользуйтесь. Результаты великолепные тоже. Я думаю, что лучше идти в сторону немножко упрощения, чем сложной схемы с 2-3 продуктов для получения того же результата. Так, пятый пункт. Венозное русло. Базовым продуктом является Готукола. Готукола. Базовым продуктом является. А также продукты, которые отвечают за состояние мембран эндотелия. За состояние мембран эндотелия. И здесь это, мы попозже поговорим, концепция 5 жиров. Это омега, лецитин, витамин Е. То есть готукола плюс продукты, отвечающие за состояние эндотелия. Это из концепции 5 жиров. Следующий пункт. Артериальное русло. И здесь у нас продукты, содержащие гингобилоба. Основными являются. И бакопа, да? То есть гингобилоба. У нас есть продукт гинго-гутукола. На сегодняшний день есть такой продукт. И есть MindMax. MindMax. Uh,
Можно, да, выбираем, чередуем, да. То есть, ну, по гингобилу, ну, чисто гингобилоба на российском рынке нет, поэтому не будем об этом говорить. Гингоготоколы, я минимальная дозировка рекомендую по 1-3 раза. Там получается баночка на 20 дней, не на 30 как. То есть дозировочка повыше, да. Чисто готокола, готокол нормальная дозировка по 2-2 раза. Иногда, если большое количество капсул, там не такая острая проблема, уменьшаем, но так, по 2-2 раза основной дозировки. Так, венозно-артериальное русло проговорили, и у нас осталась еще легочная система. По легочной системе базовым продуктом является BREATH-EASE, легкость дыхания. Базовым продуктом является BREATH-EASE, легкость дыхания. Специальный продукт, который улучшает отделение мокроты, улучшает движение, активирует движение ресничного эпителия бронхиального дерева, таким образом способствует очищению отделения лучше. Но к легким я бы обязательно добавил программу по соединительной ткани. И опять-таки, как ни странно, и концепция опять же РОП, потому что внутренняя выстилка легких, она связана именно с фосфолипидами, с жирами, которые препятствуют слипанию ацинуса, вот этих пузырьков конечных легких. Я, к сожалению, сталкивался в своей консультативной деятельности, где люди 5-10 лет избегали жирной пищи, то есть они были на безжировой диете, и любое применение, даже появление жира в обычной пище настолько уже атрофировало их пищеварительную систему, обменные процессы, что у них тут же диарея развилась и так далее. То есть там вводить жиры было очень сложно. Но поверьте, что жиры один из важнейших компонентов именно в том числе легочной ткани для нормального газообмена, для нормальной функции легких. Ну, там еще о других тоже будем говорить. Так, вот мы сейчас быстренько прошли по первому пункту. 8, программа называется 8 пунктов составления программы здоровья. Сейчас мы проговорили, быстро прошли по первому пункту. Программа очищения организма. С точки зрения, легко ли повторить эту программу? Я считаю, что легко. В свое время за 7 лет на программе очищения организма у нас в нашей системе появилось более 50 тысяч клиентов за 7 лет. Как вы считаете, достаточно большая цифра? Да, то есть та программа, которая дала реальные результаты, если бы эта программа была неэффективна, то вряд ли бы появилось такое количество клиентов. Согласны? Mm-hmm. То есть это работала система, как сарафанное радио. Сам попробовал и дальше, дальше, дальше. Вот, поэтому попробуйте. Что-что? Программа занимает 2,5-3 месяца. Да, смотрите, хороший вопрос. Дело в том, что один орган или система, вот начинайте с кишечника. Опять-таки, я ссылаюсь на тибетско-китайскую методику. Минимум 25 дней. Минимум 25 дней, если нет особой проблемы. Например, если у человека гепатит, заболевание печени, то кишечник и печень уже не 25 дней. Ну, скажем так, это может быть программа чередования продуктов круглогодично, без перерыва. Понятно, да? Там уже это следующий будет пункт, проблема. То есть, если есть какой-то проблемный орган или система, то ей занимаемся не 25 дней, а больше, ну, скажем так, до стойкого положительного результата, потому что сколько уже понадобится. Так, и второй момент. Иногда нужно ускорять программу, и поэтому можно начинать, например, кишечник плюс печень, кишечник плюс почки. Понятно, да? Но кишечник всегда первым. Всегда первым и обязательная программа. Хотя бы минимальная. То есть, например, пример самой минимальной программы по очистке кишечника. Например, ну, у меня все хорошо. Ну, коктейль, например. ТНТ по одномерной ложке 2 раза в день. Ну, хотя бы там. Если есть избыточный вес, тогда лучше перед едой. Или между едой где-то. Как перекус использовать. Вот, то есть, я, скажем так, если не удается мне напрямую объяснить, что очистка кишечника нужна, но человек с меня за результат будет спрашивать или нет, тогда я это ввожу, не информирую его об этом. Мысль понятна? Антиоксиданты можно в любую программу вводить, да. В любую программу. Так, идем второй пункт.
Я сейчас второй пункт. Для меня почему он очень важен? Во-первых, я сам в этом, именно эта программа, это коктейли, еда. То есть то, что можно назвать правильной едой. И та еда, которая нам подана в виде уже коктейлей, уже готовых продуктов, да, которые только водичкой размешал, водички только там, и уже продукт готов к употреблению. Дело в том, что в своей первой компании, куда я пришел за продуктом для здоровья, я пришел именно по вопросам своего здоровья, там уже вскользь сказал об этом. Для меня основным продуктом был именно коктейль, коктейль белковый. Да, вот. Те, кто видео пишет, вам будет лучше, если там не будет входящее сообщение, у вас будет даже лучше видеозапись. Идем дальше, давайте не будем фиксироваться об этом, на этом. Идем дальше. Вот, и про коктейль я хотел сказать. С одной стороны, если ваш потенциальный... Так что я стал светить этот фонарь в глаза. С одной стороны, если ваш потенциальный клиент, он не уменьшит количество токсической еды, то результат будет отсроченным. Согласны? Почему люди, которые переходят на веганство, вегетарианство, те, которые начинают голодать, они получают улучшение по здоровью? Один из важных пунктов, они уменьшают поступление токсической еды. Мысль понятна? То есть и наша задача, чтобы наши клиенты уменьшили поступление токсической еды. Я не очень верю в то, что легко пойти купить в супермаркете правильные овощи, правильное там, мясо правильное купить, без стимуляторов роста там, и так далее, без антибиотиков и так далее. Поэтому, но я уверен, что в коктейлях именно такая еда, она низкокалорийная, содержит необходимое количество белков, витаминов, минералов, клетчатки. То есть то, что именно важно для питания, и устранены негативные калории, в частности, и сахара, да, там в избыточном количестве. Вот, поэтому еда является важным пунктом, она мне на втором месте. Ну, я еще хочу сказать коммерческий момент. Дело в том, что одна из компаний, миллиардная компания, делает 80% товарооборотов именно на коктейлях. И знаю примеры, где компании делали акцент на клетчатке, заменяли своим клиентам ужин просто клетчаткой, относительно по составу недорогое, там другой вопрос, по какой цене не продавали, но они четко продвигали мысль. Последний ужин в 6 часов, и это только клетчатка и большое количество воды, и больше ничего. И результат, и люди получали результаты хорошие уже на этом. Ну, коктейль клетчаточный предлагали, вы поняли, да? Там, ну, не какую-то там порубленную клетчатку, тоже коктейль, какой-то апгрейд есть там ферментативный, но тем не менее. То есть, и сейчас я хочу до вас донести мысль. Вы получите лучший результат у своих клиентов, они получат больше энергии, больше, скажем, других вопросов по здоровью, там, по кровообращению и так далее, то есть те вопросы, которые волнуют. Если часть еды вы замените на специализированные коктейли, на специальную еду. И давайте я вам их назову по мере от клетчатки к протеину, к белку. Интересно будет, да? То есть, поэтому и цена где-то также идет. Самым таким по цене доступным и высококлетчаточным продуктом является локла, о котором мы уже говорили, идет в программах очищения кишечника. Локла. По локлу еще скажу, что там есть такой значок Синер Про. Это система поддержки жизнедеятельности правильных кишечных бактерий. То есть это питательная поддержка. Там есть олигосахариды и другие важные компоненты, чтобы прижилась нормальная флора кишечника, бифидолактобактерии. Система Синер Про. Так, идем дальше. Давайте еще рецепт вкусный по локлу скажу. Можно делать просто на воде. Мне нравится на сегодняшний день такой рецепт. Одна чайная с горкой или две чайные ложки локла. Где-то 250 мл воды, 300. И пол пакетика Solstic Slim. Пол пакетика Solstic Slim. Две чайные ложки. Одна или две чайные ложки локла. Там для себя посмотрите, как вам удобнее. Это будет зависеть от того, как работать будет через 2-3 дня локла
на посещение туалета. Да? Там надо уменьшить, не надо уменьшить. Пол пакетика Solstice Slim. Именно Solstice Slim, попробуйте, да. Получается напиток, корицу тогда практически вообще не слышно. Получается обалденно вкусный напиток. Рекомендую. Хорошо убирает аппетит, хорошо очищает, ну и так далее. Все его полезные свойства дополнительные. Любое. Причем Solstice Slim вы можете пить даже вечером. По мне, я его могу пить даже на ночь, и хоть там есть чай мате, я сплю хорошо. Воду допиваем, само собой, да. Так, следующий продукт, который содержит 48, вот смотрите, одна порция, две мерные ложки, содержит 48% необходимой в сутки клетчатки. Это много или нет? Это достаточно много. То есть, если перевести, сколько мы должны там съесть листовой зелени, там, капусты и так далее, вот если мы пытаемся обычной диеты, да, это вот в половину уменьшить. Мне, честно говоря, вот тяжело этот, эти салаты пушистые есть, они медленно насыщают, эти листья, с ними нужно что-то совладать, затолкнуть в рот, в общем, как-то вот мне не очень. Поэтому меня интересуют формы клетчатки такие, более компактные. Вот мне нравится Локла, а второй коктейль это TNT. TNT, Total Nutrition Today. Очень мне нравится этот продукт, и по активности, которую он дает, и по тому, как он мягко работает на кишечник. TNT. Мой опыт применения был 4 мерные ложки в день. Так вот, да. То есть это, допустим, 2 сразу, 2 потом еще. Если начинаешь пить 3 раза в день TNT, то очень такой выраженный уже очищающий, слабительный эффект. Поэтому может быть, надо чуть-чуть, так, ну, в принципе, на какое-то время отмену даешь, а потом опять продолжаешь. Люблю я назначать этот коктейль TNT для девушек. Смотрите, еще. Коктейль этот очень хорошо пошел в тех регионах, ну, так как я в разных регионах работал, где традиционно используется мясная пища. Вот первые 2 коктейля, это вот в Киргизии я работал, там был какое-то время, такой регион, как Казахстан, то есть там, где в традициях, наверное, Кавказ, там, где в традициях без мяса вообще не понимают, что такое еда без мяса, да? Вот там не нужно белковые коктейли им предлагать. Белка они получают с пищей и так достаточно много. Вот там им нужно как раз клетчатку, и она несет очень мощный оздоравливающий эффект, и они его очень хорошо чувствуют. Вот. Так, идем дальше. Так, про TNT сказал, про Локла, и про то, что это коктейль для мясоедов. Кто ест много мяса, рыбы и так, тому предлагаем именно этот коктейль. Следующий коктейль Smart Meal. Умная еда. Он уже содержит... Ты что-то про девушек. Про девушек? А, TNT? Да, вот девушкам, которым нужно снижать вес. То есть, и опять-таки, бывают ситуации, что... Они немножко упираются в программах очищения организма. Тогда назначаю TNT по 1 мерной ложке перед едой 3 раза в день. 1 мерная ложка перед едой 3 раза в день. Девушкам, которым не надо снижать. Девушкам, которым не надо снижать вес, поговорим отдельно. Детям что? Можно? Коктейль TNT можно буквально с первого года жизни легко. Все компоненты. Опять-таки, в TNT находится суточная норма витаминно-минерального комплекса. Ну, может быть, кальция только 250 мг, 2 мерные ложки. Ну, согласитесь, это тоже достаточно хорошая дозировка, да? По кальцию только. Кальций, магний, селен, цинк, вот эти редкие микроэлементы, антиоксидантные, они все уже присутствуют в коктейле TNT. Поэтому витаминно-минеральный комплекс на 100%, антиоксиданты на 100% покрывают суточную потребность, клетчатка 48%. Ну, вот такой продукт интересный. Давайте переходим дальше. Smart Meal. Smart Meal, перевод как умная еда, действительно шикарный продукт. Smart Meal, то, наверное, на что не обращают многие внимания.
3,5 грамма жира. Из них 3 грамма ненасыщенные жиры, типа омега-6, омега-3 жирные кислоты. Интересно или нет? Сколько стоит 3 грамма ненасыщенных жирных кислот? Ну, посчитайте там, на омеге там посчитайте и так далее, да? То есть, это, грубо говоря, если перевести, допустим, на чистую омегу-3, вот как, то это 10 капсул омеги-3. Да. То есть 3 грамма ненасыщенных жирных кислот. Серьезно, это похоже? В двухмерных ложках. В двухмерных ложках. А еще полграмма насыщенных жирных кислот. То есть за счет этого я и считаю, что он назван как умная еда. Плюс жиры, которые относятся туда, они относятся к среднецепочечным жирам. Среднецепочечные жиры, раньше был значок такой Smart Heart на коктейле. Он дает оптимальное количество энергии при сжигании, при минимальном потреблении кислорода. Это было важно для людей, у которых есть признаки сердечной достаточности и нарушения ритма. Ну, при нарушении ритма там, развивается в любом случае ишемия, недостаточность определенная мышцы сердца, которая ведет потом к разрушению мышцы сердца. То есть коктейль Smart Meal – это вообще коктейль, должен быть продуктом, номер один у всех людей с нарушением ритма сердца и признаками сердечной недостаточности. Благодаря вот этим жирам они оптимизируют выделение энергии в мышцы сердца. А скажите, для спортсменов важный продукт или нет? То есть для тех спортсменов, у которых высокоинтенсивные нагрузки физические, там велоспорт, бег, да даже работа с весами с большими, где высокая нагрузка на мышцу сердца идет, да, с повышением давления и так далее. Это тоже очень важный продукт. Кстати, ну, я тоже вот люблю заниматься спортом. Где-то у меня получается 3 раза в неделю. За поездок, может быть, больше не получается. Спасибо. Вот, 3 раза в неделю хожу в зал. И коктейль Smart Meal у меня идет, ну, у меня есть внутритренировочный комплекс, иногда я использую Smart Meal внутри тренировки. То есть я обязательно беру порцию коктейля с собой, иногда беру 2 порции коктейля, в зависимости, какую тренировку запланировал. Там, до 2 часов или больше 2 часов. То есть если у меня тренировка больше 2 часов, то в середине тренировки я принимаю коктейль Smart Meal именно с целью поддержки сердца. Там немножко глюкозы есть, ну, в виде тростникового сахара и так далее. Да, 2 ложки на порцию. Да. Мой опыт применения Smart Meal. У меня был день, когда я работал, приехал, была большая, в Сочи была большая выставка массажистов, меня пригласили туда помочь, и мы там дегустации и так далее проводили с нашими коктейлями. В общем, рано утром приехал, сразу на выставку, на подготовку, выставка до вечера, вечером самолет. То есть времени покушать не было, но я успел купить с собой там кефирчик и Smart Meal. За день 6 порций Smart Meal. Через сутки минус 1,5 килограмма. То есть, да, потом уже после такие, ну, я делал на кефире делал. Кефир, вода и Smart Meal, то есть не чистый кефир, а с водой все-таки мешал. Вот, ну, у меня много таких опытов, когда, например, у меня организация в Санкт-Петербурге, на Украине, или там Львов, это сутки нужно, или больше суток ехать в одну сторону, я брал с собой только коктейли и воду. И делал такую разгрузку на коктейлях и на воде. Столько, сколько хотелось, вот кушать хочется, коктейль, кушать хочется, коктейль. Разгрузочка минус килограмм, минус 1,5 за сутки. То есть, если кому-то это интересно, тоже... А? Как разгрузочный день, чисто вот на коктейлях. То есть на минимум калорий, минимум каких-то балластных веществ, только 100% здоровья. Так, про Smart Meal мы проговорили. Тоже хочу сказать, что там 250 мг кальция тоже в одной порции в двухмерных ложках, что немаловажно, да, там для костно-суставной системы и так далее. Магний, цинк и селены, фолиевая кислота, в общем, витамин D. То есть все вот эти нутрициологические хиты, все, что должно присутствовать в грамотном потреблении, витамины В12 и так далее, все это тоже присутствует в коктейле Smart Meal. Вот TNT Smart Meal по витаминно-минеральному комплексу, они отличаются по составу по витаминно-минеральному, но близки. То есть они компенсируют
и в том числе потребности в витаминах и минералах. Опять-таки, если назначают Smart Meal и TNT больше 3 порций в день, то тогда не назначают такие продукты, как суперкомплекс и так далее. Понятно, да? Потому что уже витаминно-минеральный комплекс уже поступает. Так, и четвертый продукт – это Nutriburn. Если Smart Meal содержит растительный белок, гороховый, соевый изолят, то Nutriburn содержит изолят, концентрат молочной сыворотки. Также Nutriburn содержит такой классный адаптоген, как радиола розовая, содержит Garcinia Combination, которая содержит гамма-лимонную кислоту, транспортирует жирные кислоты митохондрии с выделением энергии, тем самым способствует усиленному сжиганию жиров, хром нормализует углеводный обмен, обмен сахаров, то есть это уже входит все в Nutriburn, в продукт. Да, хороший вопрос. В чем разница для спортсмена между Smart Meal и Nutriburn? Nutriburn – это короткие белки, то есть это рост мышечной массы. Smart Meal – это длинные белки. Это предотвращение от разрушения мышечных волокон после интенсивных нагрузок. Да, вот после тренировки, да, лучше Smart Meal. Он даст защиту от разрушения после тренировки мышц. Перед тренировкой, может быть, как внутритренировочный комплекс для отъема мышц, для такой силы Nutriburn. Ну, я, честно говоря, вот учитывая, что, опять-таки, при длительной тренировке будут разрушаться и те белки, да, собственно говоря, при длительной тренировке, то есть и короткие хоть будут, хоть длинные белки. Я поэтому на сегодняшний день, я себе в тренировочный процесс я мешаю. Делаю одну мерную ложку Nutriburn'а, коротких, и одну мерную ложку Smart Meal'а. То есть я вот такой делаю себе смесь. Тогда, ну, у меня тренировка может быть не настолько интенсивная, но продолжительная. То есть, ну, для меня получается так оптимально. Так, по еде поговорили? Смотрите, я считаю, что первые два пункта, если вы их выполняете, то 70-80% здоровья будет решено только первыми двумя пунктами. Правильная еда, за счет того, что мы уменьшаем токсическую нагрузку на организм, очищение организма, и уже, а сами по себе коктейли содержат многие нутрициологические компоненты для восстановления, восполнения нутриентов. Да? И уже это будет хорошо. Следующий вопрос, третий пункт. Третий пункт – это психокоррекция. Как вы считаете, наш мир способствует тому, что люди живут больше в стрессе? У нас, ну да, то есть на сегодняшний день реклама построена на чувстве потери, согласны? То есть ты чего-то недополучил в материальном мире, ты недополучил в красоте, ты недополучил во внимании, ты туда не успел, ты это не попал, ты скидку не заработал. Ну, то есть, а мог бы получить скидку, да, там, ты мог бы купить дешевле билет, если вовремя там почухался, там, и мы стрессуем вот по билетам, по всем остальным вопросам, да. То есть, вот даже с точки зрения рекламы и подачи информации, она вся на чувстве потери. Это же стресс? Стресс. На всю эту рекламу деньги нужны? Их хватает? Это стресс? Тоже стресс хронический, да? Там квартиру не вовремя не купили, ремонт не доделали, сумочка не та, вот, туфли не те бы, сапоги, которые хотелось бы, вот, не та лейбана, не... Тоже стресс? А? А, корона не та. Еще что-то, да. Ну, мы поняли. Ну, и плюс это еще, потом это вытекает еще в отношения. То есть люди живут так много, может быть, в социальных сетях, в гаджетах, и меньше отделяют отношения друг к другу. Согласны? Да. Вот, поэтому тоже ведет к стрессу. На картинках мы видим в социальных сетях одних людей, а рядом почему-то другие, да? Ну, вот тоже какой-то такой определенный момент. А сейчас-то, ну, я просто опять-таки сталкиваюсь с этим, приходится об этом говорить.
Да, и не хочешь, не хочешь, на фоне этого стресса человек тоже начинает себя чувствовать не так хорошо. И где-то, если бы болело чуть-чуть, он мог бы перетерпеть, то теперь болит в два раза сильнее. Мысль понятна? Да. То есть в тот момент, когда мы находимся в стрессе, в неудовлетворенном состоянии, даже минимальный дискомфорт, который мы бы ощущали, может быть, как незначительный, если мы были бы удовлетворены со своим текущим состоянием отношений, эмоций, материальным состоянием, то есть, то мы это начинаем переживать все острее. Поэтому в моем обязательном компоненте общения с клиентом, с пациентом, это выяснить уровень стресса, уровень психологической напряженности, болевые ощущения, наличие болевых ощущений, с чем они связаны, эти болевые ощущения. И обязательная моя задача – устранить вот эти факторы. Допустим, ну вот я хочу какой-то такой, знаете, контрастный вариант привести, допустим. Ну, у человека реально там болит колено или там подвернул стопу, там подвернул. Ну где-то что-то там, где-то в конечностях что-то болит. Вот, но человек тотально не удовлетворен своими взаимоотношениями, или он попал в такую систему, в невротическую систему, и он, его отношения очень напряжены, например, на работе или в семье. Насколько быстро и эффективно человек выйдет из этой системы? Может быть, у него там лодыжка перестала болеть, но стал ли человек счастливее? И получается, что человек решил локальную проблему, но глобально не изменил свое состояние. И он поэтому, у него нет варианта остаться с вами. Если он где-то в другой системе, другая система, общаясь с ней, он станет счастливее и выйдет из своей проблемы, где он потом останется? Он останется в той системе, где он решит какие-то свои внутренние психологические проблемы. Поэтому я считаю, что, может быть, в большой степени успех нашей организации заключается в том, и вот тех систем мероприятий, которые мы проводим, что мы создаем не только вопросы решения физического здоровья, но мы еще решаем вопросы, ну косвенно, решаем вопросы психологического настроя, психологического здоровья через систему мероприятий и через продукцию, которую мы можем предложить. Мысль понятна, да? То есть поэтому для меня важнейшим, одним из важнейших пунктов, пункт номер три, является психокоррекция. Ну, я назвал так психокоррекция. То есть, если у человека есть, у женщины, у мужчины, не имеет значения, есть болевые ощущения, связанные с воспалением, какой продукт будет наиболее эффективным? Восьмерка. 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 А восьмерка воздействует на, непосредственно на нервную систему. Она воздействует на центр боли. Басвелия работает как противовоспалительный продукт. Он снимает воспаление. Но если боль психологическая? То есть если она больше психологическая, чем физическая. Вы понимаете, о чем вопрос? Что чаще всего я сталкиваюсь с тем, что чаще всего боль психологическая больше, чем физическая. Но человек выдвигает это как физическую причину, там, повреждение сустава или еще что-то. Но чаще всего другие процессы глубже лежат. И поэтому я предпочитаю воздействовать на психологические аспекты в первую очередь. Да, если там явный признак воспаления, там горячий сустав, покраснение, припухлость. Да, явные признаки воспаления, мы ведем и другие продукты противовоспалительные. Кстати, смотрите, ну, наверное, это уже вопрос проблемы. Давайте коснемся проблемы, вопроса воспаления, хорошо? То есть, чтобы это, в некотором степени с психокоррекцией связано, ну, в том числе. То есть, если есть болевые ощущения, обязательно у меня продукт восьмерка. Не имеет значения, мужчина, женщина и так далее. Если вижу необходимость, могу добавлять другие. Басвелия, омега, гистоблок. Ну, я так уже сразу назвал. Басвелия, омега, гистоблок. Если есть явные признаки воспаления. Но это у меня тоже идет в раздел психокоррекции, потому что боль нужно убрать. Договорились? Это вот как очистка в организме, я вначале говорил, что с очистки обязательно. Точно так же есть болевые ощущения, полностью работаем. И наружно еще что у нас обезболивающее? Тайфу, релакс, эверфлекс. Тайфу, релакс, эверфлекс. Есть три продукта.
Тайфу, релакс и варфлекс. Иногда масло чайного дерева помогает, иногда другие, ну, там бывают ситуации. Так, что еще психокоррекция? Депрессия. Правильно, пятерочка. А чем отличается депрессия от стресса? И там человеку плохо. Ну, стресс тоже может быть длительный. Грубо говоря, у тебя не сложились отношения с начальником, у тебя кабинет рядом с ним, и пятиминутка каждое утро, и ты уже на работу идешь, а начальник еще решил именно тебя при всем коллективе донимать по любому поводу. Бывают такие ситуации в жизни? Бывают. Вот уже в хроническом стрессе. Понимаете? И уже как твой дальше день будет складываться, большой вопрос. Ну ладно, там уже есть психологические приемы защиты, но это тоже нужно знать. Да? Но вопрос в том, что стресс нужен. Смотрите, депрессия — это когда у тебя классный начальник, все в порядке в семье, все тебя любят, ты успешный по карьере, финансами обеспечен, а тебе плохо. А тебе все равно плохо. Бывает такое? То есть неизвестно из-за чего, вот, вроде бы все везде хорошо, но тебе лично нехорошо. Вот это депрессия. Тогда пятерка, 100%. А вот если уже там конфликт, вот тогда уже нужно именно восстановление питания нервосистемы. На Украине, конечно, шикарный продукт Нутрикал в Европе есть, да? Нутрикал, внутреннее спокойствие, восстановление нервной системы. У нас приходится делать сублимацию, то есть от стресса хорошо защищает восьмерка, опять-таки. Стресс — это восьмерка. Уже может быть комплекс валерьяны. Или. Можно комбинировать. Бывают по-разному. И нужны витамины группы В для восстановления. Что у нас витамины группы В? Где у нас присутствуют? Солстик. Коктейли, опять-таки, с мастмил и ТНТ содержат витамины группы В. Суперкомплекс содержит витамины В. Майндмакс. Нутрикалм только на Украине. Но в России нет. В Беларуси. То есть наша задача — покормить нервную систему по максимуму, чтобы человек восстановился. Да, еще 5 жиров. Омега тоже нужен. Магний нужен, да, магний тоже нужен. Да, и 5 жиров. Омега дает хороший антистрессовый эффект. Такой антидепрессивный, даже больше сказал. Это потом мы сейчас поговорим. Омегу я сам принимаю либо по 1-3 раза, либо по 2-3 раза. То есть меньше я не принимаю омегу. Если говорить об омеге и НСП, я вот отдельно скажу об омеге и НСП. Омега — это триглицериды жирных кислот. То есть это натуральный рыбий жир, содержащий омега-3 жирные кислоты. На рынке очень много так называемых этиловых эфиров жирных кислот. Тест – это концентраты. Они должны приниматься с большим объемом жирной пищи, только тогда они будут усваиваться. То есть там двойные тройные омеги – это еще вопрос. Принятый натощак двойная тройная омега считает, что также она двойная тройная выходит. Вот, то есть она не всасывается в полной мере. Да? Поэтому раньше я пытался пользоваться концентрированными формами омеги-3 жирных кислот. Когда я понял разницу, разобрался, на сегодняшний день вот только та, что НСП, триглицериды жирных кислот, натуральный рыбий жир, без всяких подмешиваний там глицеринов и других насыщенных жиров в состав, потому что если вы посмотрите состав многих других омег, там дозировки те же или выше дают, капсула такая же, но там еще в состав почему-то уже и глицерин входит, там и насыщенные жиры дополнительно добавляются и так далее. То есть это говорит о том, что там не натуральный рыбий жир, по большому счету, и не в виде концентрата этиловых эфиров жирных кислот находится омега-3 жирные кислоты. Не буду об этом сейчас подробно останавливаться. В том году я об этом говорил много со сцены, поэтому если кто захочет, год назад найдет эту с такой конференции, и там эта информация есть. Так, четвертый пункт.
Хроническая усталость, здесь может быть несколько моментов. И дефицит витамина группы В, дефицит витамина D, дефицит витамина D, дефицит витамина группы В, D, магния или антиоксидантов еще. То есть это свободно-радикальное повреждение разных отделов, в том числе нервной системы, и не успевает восстановить, замедленное восстановление связано с этим. Поэтому здесь вот с этим нужно поиграться. У меня есть, конечно, коктейль, суперкоктейль, когда мне мозгами хочется на тренировку, а тело не может. Бывает такое? Вот ты хочешь, тебе надо позаниматься, тебе нужно спортом и так далее. У меня есть такая смесь, я где-то беру 50 мл сока нони, туда высыпаю Solstic Energy. Solstic Energy. Заливаю такой горячеватой водой, где-то до 300 мл. Сок нони, Solstic Energy. Ну, опять-таки, я беру такой продукт, как Mega Hell. Максимальный набор витаминов и минералов. Ну, можно взять 2-3 таблетки суперкомплекса. 2-3 таблетки суперкомплекса. И вот такой напиток выпиваешь. Можно еще туда зомброзы приснуть. Вот такой напиточек выпиваешь, 300 мл, знаете, такой слегка горячеватым, сок нони, Solstic Energy, там, магния действительно побольше, вот, с витаминным комплексом. И где-то минут через 15 на такой энергии внутри начинает тело наливаться, такой энерджайзер становишься. И ты что? Да, да, и глазки открываются, все остальное. В общем-то, и тогда же ты готов к двумчасовым тренировкам и так далее, и так далее. Так, мы с вами закончили на третьем пункте всего лишь, да? Давайте ускоряться. Четвертый пункт. Мужской-женский продукт. Мужской-женский продукт. После 40 лет, среднестатистически, процентов 10 чуть позже, остальные где-то укладываются в эту концепцию. Некоторые, к сожалению, раньше. Там те же 10-15%, сейчас еще больше процент раньше. Наступает снижение выработки половых гормонов. Снижение выработки основных половых гормонов у женщин женских, у мужчин мужских. Потому что и у мужчин, и у женщин они достаточно высокие уровни. Причем, что-то недавно смотрел, у мужчин тоже достаточно высокие уровни эстрогенов. У женщин, понятно, эндрогенов. Вот. Происходит снижение основных половых гормонов, которые обеспечат анаболическую функцию. Что такое анаболическая функция? Это хрящи должны восстанавливаться, слизистые должны восстанавливаться. Эпителий слизистых должен быть высоким. Это, допустим, касается мочевого пузыря. Вот, чаще женщины, я как гинеколог, ко мне чаще женщины обращались с этими вопросами. Слизистое влагалище и так далее, и так далее. Там, где они могут повреждаться. То есть, если уровень гормонов высокий, то эпителий сочный, высокий, выделяет большое количество слизи, и все процессы идут хорошо. Вот. Если уровень гормонов снижается, эпителий становится атрофированным, то есть он есть, но он невысокий, плохо выделяет всевозможные железы и секреты выделяют, плохо смазываются слизистые, защитные слизи не вырабатываются, которые защищают от инфекций, в результате легко присоединяются инфекции и так далее, и так далее. Вы поняли, да? Это из на уровне ощущений. Тонус мышц падает, в сосудах появляются повреждения, развивается ускоренный атеросклероз, а отсюда уже остальные нарушения. То есть старше 40 все мои пациенты получают в рекомендации обязательно, я так много тоже уделяю этому внимания, это у мужских и женских продуктов. То есть обязательно что-то подключаем. Вначале это может быть небольшие, то есть 40 лет может быть достаточно там дикий ямс по 1-2 раза. Там, мужчина сопальмета по 1-2 раза. Может быть достаточно, может быть просто цинка побольше подкинули, постилки с цинком или еще что-то. То есть что-то, что поддержит гормональный статус.
Ну а чем чувствуется, может быть, там, к 50 годам, когда уже хочется иметь высокий гормональный статус, хочется иметь большую активность там, и так далее, и так далее, но уже железы точно переходят в такое состояние уже так легкого изнеможения, да, то тогда уже побольше там дикого ямса, побольше сопальмета, 4 капсулы, то есть, да, по 2-2 раза, да. А? Это уже к 50 там, да, уже побольше. Ну и вот вариант, что уже когда нужны обменные процессы, но может быть уже нет той активной половой функции и так далее, тогда можно опять чуть-чуть снижать. Но не бросать. Главное не бросать. Почему? Потому что обменные процессы нужно поддерживать. И у меня, ну, например, лекция, когда у меня больше времени, я рассказываю клинические случаи, когда приходили женщины с гормонально активной опухолью, очень возрастная женщина, там возраст был 90, секс 2 раза в день, ей было 86, мужу было 96. То есть вот такая счастливая супружеская пара. А муж знал? Да, муж принимал активное участие при этом. Вот, там, скажем так, долгая любовь и поздний брак. Ну, так получилось, да. Ну, не имеет значения. Но состояние кожи и слизистых. То есть, когда женщина зашла, я думал, ну, около 60. Потом, когда смотрел на кресле, кожа живота, скажем так, 45-40. А вагинально слизистая меньше 40 женщин. Ну, как бы все равно, то есть, гормональный статус. Я думаю, когда карточку сел заполнять, а там, по-моему, 86 лет, это, наверное, не ваша карточка, это моя. Вот, то есть, и потом я уже, ну, нашел, понятно, что просто так это не бывает, то есть я нашел, ну, уже при осмотре нашел образование в тазу, то есть это оказался рак яичника гормонально активный. Ну, смотрите, когда уровень гормонов падает 45 лет, 40, то в 50 уже инсульт, инфаркт. Знаете таких людей? Сейчас сколько угодно. Согласны? И вот тут думаю, что лучше? Без такой опухоли инсульт-инфаркт или в 90 но такую, но с такой активностью жизни. Вот, так что тут есть альтернатива. Есть альтернатива, это специальные продукты для мужчин и женщин. Кстати, я хочу сказать, что принимая продукты вот, женские, или мужские, одновременно это профилактика у мужчин рака предстательной железы, у женщин рака женской сферы, да, то есть матки, яичников, молочных желез. Потому что фитоэстрогены, которые используются, фитостеролы, можно было бы сказать тогда, они оказывают профилактическое действие в области онкологии. И, кстати, снижение холестерина в том числе. То есть это и защита от сердечно-сосудистой системы, гормонального статуса и так далее. Поэтому наша задача после 40 обязательно использовать вот такие продукты. А мужчинам, кстати, ямс тоже можно. Дикий ямс тоже является предшественником не только женских гормонов, но и мужских. То есть в программах, обязательно в программах мужского бесплодия я добавляю 1-2 капсулы дикого ямса. Ну, смотрю там по анализам, по статусу, так сказать, по человеку, как какие-то есть такие, сколько еще других капсул назначено. Что? Смотрите, у меня есть мои клиентки-пациентки, в том числе моя мама, которая принимает дикий ямс 18 лет. Ежедневно. Она принимает 2 в день. Да. 2, ну мы сейчас решили, там у нее нарушение ритма сердца, что-то вдруг появились там, заволновалась. Вот, мы решили сейчас увеличить до 3 капсул в день. Ну, такая ситуация. А так, 2 капсулы. После 60, 2 капсулы в день, нормально. Там, после 55, смотрим. Иногда можно 3 больше. Мужчина, опять-таки, мужчина подбирает дозировочку сопальмета до эффекта. То есть, либо его не интересуют никакие эффекты, тогда он пьет по 1-2 раза. Либо дозировочка, ну, до 4 капсул. 4 капсулы, да. 4 капсулы. Пожизненно. Пожизненно. Олег Владимирович, пишите, пожалуйста, эффекты. Эффекты?
Эффект – это сексуальная активность. Насколько, для мужчин. То есть, насколько... Да. Ну, очевидный. Насколько суставы не болят, это вторично. А вот очевидный эффект – да. Чем заменять? Можно. Да, вот хороший вопрос. Можно ли заменять дихиям сексом? Можно. Значит, смотрите, так как я занимался гомеопатией, там есть такие признаки. Если женщина немножко с избыточным весом, и она, знаете, иногда можно сказать, а женщина генерал в юбке. Это дихиямс. Если и она обычно там, ну, безусловно, к повышенному давлению и так далее, это вот наверняка дихиямс здесь окажет наилучший эффект. Если девушка-женщина, ну, да, девушки тоже бывают, вот, 50, да, если женщина худенькая, астеничная, гипотоник, то здесь лучше сработает секс. Но это такие наблюдения общие. Да. То есть, CX, продукт CX. Есть. Есть еще другие продукты. Эсистан 2. Есть еще продукты BBC. При повышенном давлении хорошо видит сосудистой дистонии. Эсистан 2 при спазмах, как спазмолитик, хорошо работает. Наиболее дешевый продукт. Но можно спокойно комбинировать два продукта одновременно. То есть и CX, и DKYAMS. Тот по одной три раза, тот по одной три раза. Подбирается, даже может по 4 капсулы нужно и того, и другого. То есть подбирается дозировка эффективная, чтобы ушли приливы. То есть основная причина, почему начинают принимать, это приливы. То есть прилива нет, считают, что не надо. Надо, даже если нет приливов. Хорошо? То есть, чтобы максимально кожа сохраняла, суставы, мышцы таза одна максимально тонус свой поддерживали и так далее, то даже если нет приливов, после 40 мы обязательно принимаем. Если есть приливы, пока не устранятся приливы, дозировку увеличиваем, поднимаем. Мысль понятна, да? Это, то есть, и выбираем два продукта минимум, если не хватает одного. Так, по женским, по мужским, я думаю, что достаточно. Следующий продукт, следующий пункт, пятый пункт, называется 5 жиров. Пятый пункт, 5 жиров. Давайте их перечислим в первую очередь. Это омега-3. Лецитин. Омега-3. Лецитин. Витамин Е, средняя дозировочка, которую рекомендую, по 2-3 раза витамина Е, ежедневно, всегда, с января по январь. Нормально, по американским источникам доза витамина Е рекомендуется нутрициологами от 400 до 1600 международных единиц в сутки. Если на наши капсулы, то 16 капсул в сутки. Это профилактический ежедневный прием. Ну, как бы и так, я 4 мало, 6 нормально. Не надо отдыхать. Это само собой. То есть, с этим витамином Е, мы сами само собой. Так, я сказал дозировочку, да? Лецитин предпочитаю по 2-3 раза. Омегу по 1-3 раза уже говорил, предпочитаю. Иногда по 2-3 раза. Так, и пятый жир, это не столько жир, как сколько витамин D. Витамин D. Четвертый витамин D. Сейчас, четвертый витамин D. Средняя дозировка 4-6 тысяч международных единиц. Это если не сдавать анализы, просто принимать профилактически и не ходить не сдавать анализы. 4-6 тысяч международных единиц. Смотри, какие капсулы, они разные. Будут у нас, будут скоро.
есть там витамин D, можно суммарно считать витамин D еще в ТНТ, в кальций, магний, хелате и так далее. Но это если как бы на безрыбье рак рыба. А если будет достаточное количество витамина D, 4 принимаете, там, то, что вы там добавили в ТНТ, там, в кальций, магний, ну, ради бога, не страшно. А тоже с января поймать? Там мало. Можете считать. Еще раз. Какой? Витамин D? Я считаю, на сегодня это пожизненно. Дело в том, что вот сейчас моя родственница, которая живет в Краснодарском крае. Жалобы на суставы, избыточный вес. Ну, у нее день рождения, я ей сделал подарок, я ей обследование биохимическое. Подарок сделал. В результате витамин, там не было лаборатории, которая бы делала витамин D3 отдельно. Общий витамин D 13, да. Краснодаре. Краснодарский край живет в своем доме. Есть огородик. Вот. Ну и понятно, что там поехали, там инсулинорезистентность, гликированный гемоглобин выше 6,6-6,7 у нее там. Это, то есть все признаки развивающегося сахар диабета. То есть витамин D сегодня, это уже подтверждено, является фактором, без дефицит которого приводит к метаболическому синдрому, сахарному диабету. Скажите, как вы считаете, сегодня людей, у которых метаболический синдром и сахарный диабет, достаточно много? Очень. Везде, да? Везде. Правда. Вот. Поэтому, если у вас есть такие признаки, то обязательно, вам даже не надо думать и гадать, какой у вас витамин D. Мысль понятна, да? Так, и пятый продукт, это кефирмен Q10. А норма витамина Е какая? Норма витамина D. Хотя бы выше 60. Выше 60. Норма хотя бы выше 60. Для витамина D3. Я ориентируюсь на протоколы. Я акушер гинеколог, я ориентируюсь на протоколы ЭКО. То есть если для ЭКО нужно минимум 55, ну, мы округляем 60, да, чтобы так запомнить, что там 55 запоминаем, то 60 и выше должно быть. То я считаю, что значит и для здорового человека тоже должно быть 60 и выше. Согласны? Вот. Для здоровой женщины, для здорового человека. Так. Значит так, кофермен Q10. Ну тут сколько вы себе захотите позволить? 1-2-3 капсулы в день. Мысль понятна, да? По сотке. Я про 100 миллиграмм говорю. Чем старше, чем выше физическая нагрузка, тем больше стресса, тем больше нужно кофермента Q10. А как его правильно принимать? До шестой еды? Пункт. А? Как правильно принимать до еды? Или смотрите, 5 жиров принимается лучше всего все вместе с жирной пищей. Mm-hmm. Тоже вопрос хороший. 5 жиров принимается все вместе с жирной пищей. Я просто столкнулся, говорит, я одну жиринку принимаю на завтрак, одну на ужин, одну в обед. Между едой, чтобы лучше всасывалось. Нет. С жирной пищей, чтобы лучше всасывалось, лучше поработало вместе с жирной пищей. Хорошо? А коктейль с жирной пищей вместе. Коктейль? Лучше что-то добавить. То есть все-таки 3 грамма жира маловато. То есть жирной пищи, я считаю, это хотя бы 15-20 грамм жира. До 50 грамм жира. Хотя бы 15. Да, домашняя сметана, сливки, оливковое масло, хлеб с оливковым маслом, со сливочным маслом, сало, там, уже, пожалуйста. В общем, хотя бы там 15-20 грамм жира. Так, шестой пункт. Проблема. Ну, человек говорит, там проблема с печенью, проблема с суставами, проблема стресс. Что мы, компания NSP предлагает готовые наборы. Антистресс. Здоровье ваших костей, здоровье суставов, здоровье печень, реабилитация ЖКТ, ясная голова, зрение, желающие бросить курить. Итого 22 набора, по-моему, сегодня, да? 3 набора уже, хорошо. Вот, на сегодняшний день же 23 набора. Понятно, как с проблемой бороться? И это хорошо, что не нужно составлять самим программы, а есть готовые наборы.
Вот, в том числе средняя ДНК недавно появился. У нас еще вроде бы мы ждем набор анти-эйдж. Я вообще ожидаю, что там будут и 5 жиров, и все остальное. Да? Отлично. Мы ждем набор антиэйдж. Вообще купил набор и не парься, что нужно еще составлять. Там все будет хорошо. Антиоксиданты, все будет. Так, седьмой пункт. Я уже должен договорить их, и мы заканчиваем. Это вода и ощелачивание. Вода и ощелачивание организма. Знаете, что есть такие таблицы продуктов питания, которые ведут к закислению организма и к ощелачиванию. Знаете или нет? Да. Вот. То есть стараемся пользоваться этими продуктами. Вроде бы орехи, но грецкие закисляют, а там миндальные кищи уже ощелачивают. Да? То есть и то орехи, но уже глобально уже по-разному действуют. Ну и так далее, и так далее. То есть стараемся выбирать продукты с точки зрения вот такой таблицы питания. Больше зелени свежей, желательно не на гидропоне выращенной. Вот. Это уже вопрос второй, это кому как повезло. И воды потребляем 30 мл минимум на килограмм, да, до 50. Как увеличивать воду, если человек пил мало воды, знаете? Если человек мало пил воды, увеличиваем 100 мл в неделю прибавляем, да? Чтобы не привести к отекам. А? Я предпочитаю теплую. Китайцы предпочитают теплую. Вы знаете, что нравится мне и моей дочке в Китае? Кругом стоят кулеры, где можно налить теплую горячую воду. Они ходят с термосами целый день. У нас еще такой культуры нет, согласны? Но слушайте, компания NSP разработала уже хорошие термосы с логотипом и так далее. То есть, может быть, один из кличей сегодняшнего дня, давайте для выживания, вот, термосы брендированные и с теплой водичкой постоянно двигаться и попивать. Да? В машине, да, везде. Так, с водой понятно, со щелачиванием. Значит, смотрите, такие продукты, как соус тигреваев, коралловый кальций, хлорофилл, коллоидные минералы. В принципе, сукно не из амброза, потому что небольшое количество, разводится на большое количество воды. Я считаю продуктами ощелачивающими, то есть они являются ощелачивающими воду. Поэтому можно считать слабенький зеленый чай. Коралловый кальций, хлорофилл, коллоидные минералы, сок нони. Да, то есть считаем как чистую воду, там слабый зеленый чай. Считаем как чистую воду, не противопоставляем. Я не добавляю солстик, потому что это уже не вода. Это тоже вода. Хорошо? Как вы разводите? Если вы там на маленькое количество воды целый пакетик, это да, это будет уже концентрированная форма, это не будет уже чистая вода. А если вы там пакетик солстика, особенно ревайв, там разведете на 0,7 или солстик слим, на 0,7, на литр воды будете выпивать, то это можно считать как чистую воду. И физическая нагрузка. Давайте обозначим минимальная физическая нагрузка для здоровья. Договариваемся? Это все мои клиенты, тоже с ними договариваются. Минимальная физическая нагрузка. 3 раза в неделю. Такая физическая нагрузка, чтобы пульс участился больше 100 в течение 25 минут. Это называется аэробная нагрузка. Хотя бы 3 раза в неделю. Пульс больше 100 в течение 25 минут. Сейчас тем, кому позволяют суставы, расположение жилое такое, те, кто живет в многоэтажных домах, очень пропагандируют зимнее время, там, может быть, спортзалы не все могут, не все хотят ходить, не все готовы платить за дорогие спортзалы, других нету там, или не знают, что там делать, тренажеров подходящих нету. Сейчас очень агитируют за, японская, по-моему, такая физкультура, ходьба по лестнице. Многоэтажные дома, гостиницы, пожарные лестницы, я приезжал, когда мы в Санкт-Петербурге проводили в Азимуте там, то пожарная лестница была моя, там спортзала нету. Одеваю, как в спортзал одеваешь? Спортивные шортики, кроссовочки, футболочка. 40 минут вверх-вниз, вверху там, то ли отжался, то ли поприседал внизу, то ли отжался, то ли поприседал, какое-то упражнение сделал. 40 минут ты мокрый полностью. Не спеша. 40 минут, не спеша. То есть я не там не бегал, ничего. Просто спокойно идти. Задача 40 минут идти по лестнице. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.
Во-первых, в это время приходит много инсайтов, то есть каких-то решений жизненных. Вот. Ну, кислород в голове протекает тоже, поэтому лучше думается, ты отвлекаешься от гаджетов, от всех раздражителей, особенно на пожарной лестнице. Ну, то есть, вот, то рекомендую такой вид физкультуры ненавязчивый. Начинайте с этого, постепенно, естественно, втягивайтесь, потом уже человек сам приходит в дальнейшем. Еще во время прогулки, еще один вариант такой, как усилить нагрузку во время прогулки. Идете, идете, видите лавочку. 5-10 раз сели, встали на лавочку. Присели, встали. И все, не надо никаких сложных физических упражнений. Пошли дальше, дошли до следующей лавочки, если не через 10 метров. Поприседали. То есть каждые 5 минут, там, каждые 3-5 минут на какой-то лавочке сели, встали 5-10 минут. Очень хорошо повышает пульс, то есть усиливает аэробную нагрузку. За 25 минут вы обеспечите себе минимальный объем работы со своим здоровьем с точки зрения физической нагрузки. Ну, не знаю. Если пульс учащается больше 100, ну тогда да. А если не учащается пульс, некоторые летают целый день, у меня физическая работа целый день на ногах. Но метаболический синдром виден, все остальное видно, то это значит недостаточно нагрузки. Ну, на этом для вопросы... Один.